хочется поприветствовать вас, сказать, что в этот прекрасный, яростный, солнечный, теплый июньский день самое время для стихов, сказать, что вы молодцы, что вы пришли, и сказать, что я пишу детскую книжку, для которой написан следующий до неприличия актуальный текст. Как хорошо, что дождь. Мы через сон услышим, дробь побежит по крышам из-под его подошв. Дождь пришел постучать к нам из лиловой дали. Встану и в одеяле выйду его встречать. Голос его то хор, словно со дна колодца. То он поет, смеется тоненько, как фарфор. То он мчит во весь дух, то прекращает гонку, чтоб почитать дожденку, детскую книгу вслух. Люди мрачнеют вмиг, только мелькнет он в окнах. Я открыл дверь и в мокрых тапочках в дождь проник. В запах его ишу, в холод его крылатки. Встретил его и сладко, и глубоко дышу. Стены, асфальт, металл, пишущий свежей краской. Дождь, мой любимый, здравствуй, я тебя мечтал.